Уважаемые коллеги, я рад приветствовать вас и поздравить с открытием очень известного события, которое уже проходит достаточно много лет в Санкт-Петербурге, посвященное природному явлению замечательному, так называемым «белым ночам». И одноименный, я бы сказал так, конгресс, который проходит и собирает онкологов, химиотерапевтов, людей, которые занимаются лучевой терапией, людей, которые занимаются специальностями смежными с нашей любимой специальностью онкологии. Это люди, которые приезжают на этот конгресс. Конгресс уже много лет собирает замечательных представителей своих профессий. Это действительно конгресс содружества. Мы очень признательны Алексею Михайловичу Беляеву, его большому дружному коллективу за этот великий труд собирать этот конгресс. Кто это делал хоть раз в жизни, он знает ценность этой работе, этому труду, как это сложно делать на постоянной основе, как формировать интересную научную программу, как собирать людей, заинтересовывать их, чтобы коллеги приезжали много раз, привлекать молодых ученых, привлекать иностранных спикеров, которые являются действительно лидерами отрасли на Западе. В этом году мне посчастливилось, вы оказали мне большое доверие, избрав меня президентом Ассоциации онкологов России. Я вам обещаю, что на время моего президентства Ассоциация онкологов России всегда будет поддерживать это движение «Белые ночи», будет вливаться, будет неразрывно участвовать, всячески помогать. Поэтому мы считаем, что вот эти все события являются необходимыми и важными для развития профессионального общения. Профессиональное общение – это всегда движение вперед, которое позволяет нам развиваться и осваивать нашу сложную и тяжелую специальность, особенно в последние годы, когда наши специальности онкологии на всех уровнях, правительственном уровне, министром здравоохранения Вероникой Игоревной Скворцовой, президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, оказывается такое большое внимание. Еще раз поздравляю вас, мои уважаемые коллеги. Желаю хорошей погоды, прекрасного научного общения, научной дружбы, человеческой дружбы, любви и здоровья вашим близким. С открытием конгресса!